после зажигания ханукальной свечи, произношение браха и зажигание свечи, мы произносим ханейрот талалу. Эти свечи мы зажигаем. Среди абзацев, текст, который мы произносим после зажигания, мы говорим и так, что во все 8 дней ханука нам нельзя иметь, использовать никакой пользы этих свечей, и только на них посмотреть, лир отан бильвад. И мы даже не имеем никакого права использовать эти свечи. И это очень интересная вещь. Их цель не чтобы распространять свет, не чтобы осветить, они просто должны здесь стоять рядом. Мы зажгли, мы на них смотрим. И это очень интересно. Это же не единственные свечи, которые мы зажигаем в рамках нашей еврейской жизни. Шабатные свечи, как наступает шаббат, наши жены и дочери зажигают шабатные свечи. На исход шаббат мы зажигаем свеча на Авдала. Давайте посмотрим, что мы делаем из этих свечей. На шабатные свечи написано в Шулхан Арух, надо их зажигать именно в том месте, где мы кушаем. Чтобы они распространяли свет и сделали хорошие, приятные чувства и атмосферу, и укрепляли шалом байт. Это главная цель в шабатной свечи. Авдала. Авдала, нам надо посмотреть в свет авдального свеча, посмотреть на наши ногти, и тогда отблагодарить Всевышнего за творение огонь, за творение свет. То есть это такие свечи, которые специально мы должны посмотреть и получать особое удовольствие от свет, который они распространяют. Написано, «Яиру шиват ханерот», они должны светить. А почему тогда, когда мы зажигаем ханукальные свечи, такое странное поведение и такой странный закон, ни в коем случае, что есть шамаш, если вам надо что-то, используйте шамаш. Если вам надо свет, только шамаш. Ханукальные свечи? Нет. Только посмотреть. Они не касаются вашей личной удовольствия. Обратим внимание на еще один странный вещь в Ханука, который в нем Ханука отличается от всех остальных еврейских праздников. Трапеза. Что более классический, чем праздничная трапеза во все еврейские праздники. В Пейсах у нас есть Лейла Седер. В Шавуот у нас молочная трапеза. В Рош ха-Шана, в первой ночи, у нас целый порядок в этой трапезе. В Суккот у нас есть специальная заповедь отделить трапезу в Сукке. А кто уже говорит о Пурим, о трапезе, которую надо, о пир, который надо делать в Пурим. От всех этих праздников отличается Хануке. Там не существует такой заповеди. Там не существует такой закон. В Хануке мы не обязаны собрать семья вокруг стола и делать красивая праздничная трапеза. Да, если мы хотим, это называется в галахический жаргон решут. Мы можем делать, мы можем не делать, но мы не обязаны этого делать. Есть особый беседы Лубавичской Ребе в третьей томе в книге Ликутей Сихот. Там Ребе объясняет внутренний смысл и суть праздник Ханука. Первое чудо в Хануке – это же победа на войне. В истории, людей, общая история, не только история еврейского народа, войны, когда существуют войны, они существуют ради физических материальных целей. Или ради спасения и защиты жизни людей от террористов, от враги, которые хотели убить, не дай Бог, какое-то население, или за территорию. Единственная война, по-моему, в истории, и, конечно, в истории еврейского народа, причина которого не является защита, физическая защита или территория, это война, которую объявили Матитьяу и его сыновей против греки в годы перед Хануки. Напомню, Антиохус, греческий император, он не воевал против евреев. Он не хотел убивать евреев. Он не хотел отправить евреев в изгнание, как Бавилон или как Рим. Он не хотел разрушать храм или Иерусалим. Наоборот, он вкладывал в развитие Иерусалим. Но он хотел, вы знаете, что уничтожать?
душа наша. Он хотел уничтожать еврейская душа. Он хотел уничтожать наши связи с Тора. Он запретил нам делать брит мила, запретил учиться Тора, запретил соблюдать шаббат, запретил других заповедей. И это была единственная причина на этой войне. На другие слова, это не была война ради защиты евреев, это была война ради защиты еврейства. Это не была ради защиты еврейского тела, это была война ради защиты еврейской души. И это была единственная такая война в истории еврейского народа. И поэтому, когда мы отмечаем Хануку, в честь памяти на этих чудес, на чудо, которое было, и в победе на войну, мы не делаем трапезу. Трапеза радует наше тело в Пурим, когда хотели нас убивать. Мы благодарны Всевышнему через трапезу. А в Хануке трапеза мы не обязаны делать. Что мы делаем? Мы зажигаем свечи. Но мы не зажигаем свечи, которые приносят нам удовольствие, как шаббатные свечи. Эти свечи имеют совсем другой смысл. Шломо Амелер говорит в книге Мишлей, «Нер Хашем нишмат Адам». Душа, человек, еврейская душа, является притчей, пример на свеча Бога. То есть наша душа, когда она делает то, что она должна делать, и она предоставляет Всевышнему нахес, это свеча, которая горит. Это духовная вещь. Масло, свеча, которая горит над оливковое масло, символизирует рост нашей души. И как наша душа скучается к ее источник. Ханука символизирует победа еврейской души. Защита еврейской души была причина этой войны. И чудо, которое было, было ради спасения и поддержки еврейской души. И поэтому эти свечи мы зажигаем. Они святые, они символизируют наша святая душа. Мы должны о них посмотреть. Мы должны послушать историю, которую они нам рассказывают. Но ни в коем случае не воспользовать эти свечи ради нашей материальной физической удовольствия. Это не их символ. Вот поэтому в этом отличается Ханука от всех остальных праздников. Ханука – это праздник, который толкает нас внести особое внимание к нужной не только нашей тела, но в чем нуждается наша душа. Хаг Самех!